Волынка называется. Одним из древнейших инструментов человечества. По большей части военный инструмент. Из Древнего Рима, перекочевавший в Европу и Шотландию. Вот. Что я держу в руках? Это раструб бурдона, который создает фон мелодии. Ну вот, тут даже знак качества есть, где мы видим заткнутые уши. Угу. Знак качества мастерской Йенса Гюнцеля из Германии, который сотворил эту волынку. Одна из самых качественных мастерских в Европе. Все делается вручную в мастерской. Вот. Но я выбирал именно такую модель, чтобы играть и вот на севере, и при холоде, в наших холодах. И при холоде, вот, дождя. Самая экстремальная погода. Когда ты вышел на улицу и сыграл. О, это было в этом году в Питере на Дворцовой. Мне понравилось. Я, по-моему, он часто играл на вот рядом с ТРК и на площади Ленина. Он замечательно играет. Вообще, считаю, волынка замечательный музыкальный инструмент. Музыка замечательная, фееричная. Мне понравилось очень. Волынка — это что-то, что-то за рубеж. Оригинально. Да, это оригинально, редкое. Например, как улили, можно сказать. И тем более здесь у нас. Да, в Якутске. Якутске. Я, например, в Якутске это первый раз вижу. Чаще всего я видел это в фильмах. А сколько лет ты занимаешься этим искусством? 7 лет. 7 лет. А музыка с детства. На фортепиано тоже, да, сольфеджио, все это. Ну, потом уже сам начал на гитаре играть. Ну, на гитаре 10 лет поиграл. И решил вот взять новый, освоить. И вот так получилось. Чем еще занимаюсь? Ну, рок-музыкой вот. Uh-huh. Пишу песни, записываю. В какой группе ты? Ну, я в своей группе, Dexy Cry называется. Uh-huh. Ну, базируется она в Петербурге сейчас. Ну, вот пока работаю над материалом. Ну, там я пою на английский рок такой, знаете, альтернативный. Ну, вот. Но продолжать играть, выучить новые произведения. Творческое развитие. Потому что играть на волынке — это очень шикарно. Да, волынка очень редкий прибор. Ну. Главное — продолжать играть, не останавливаться, не сдаваться, ибо музыка — это очень хорошо.